И потом мне кажется, что ты прошел и огонь, и воду, и медные трубы. Нет, может быть, я и прошел, но еще пока одну только воду. Никакого такого особенного огня и медных труб я не проходил. И никакой я не красивый, а хилый и не спортивный. И еще я подслеповатый, почти урод. Уж моральный-то это точно. И никакой я не умный, а молчу я чаще всего, просто потому, что мне нечего сказать. И еще я трус. Живу так, как складываются обстоятельства. А умные, мужественные люди складывают эти обстоятельства для себя сами. Несколько дней мы не расставались ни на мгновение. А потом ей захотелось пожевать жвачки, и все немедленно пошло к чертовой матери. Слушай, у тебя нет жвачки? Нет, но теперь это не проблема. Теперь у нас на каждом углу горы частной коммерческой жвачки. Но мне интересно, я сама хочу купить. Две жвачки. Какие деньги? Скажи, что хочешь в этой жизни, все твое. Две жвачки. Скажи, как тебя зовут? Меня никак не зовут. А вот это мне обидно. Ты что же, гад, делаешь? С тобой же, гад, по-хорошему. Тебе же, гад, деньги дают. А ну открывай, ты слышишь, гад? Открывай! Ларек, у которого их отметелили, был в двух шагах от дискотеки, где работал теперь Солидон, куда они, собственно, с самого начала и направлялись. Услышав от них историю покупки жвачки, Солидон не просто опечалился, но вдруг стал очень серьезен, после чего подослал к ним каких-то людей, которых, как позже выяснилось, он и сам в тот вечер впервые видел. У тебя машина есть? Ключи давай. Ключи? Держи. Значит так. Ровно через час будете стоять вот здесь. Мы будем по вам ориентироваться. А после всего, через 5 минут, заберете машину вот здесь, за углом. Маршала Поликарпова 4. Мотор будет работать, ключи в замке зажигания. Все понятно? Все. Ну, мы в восхищении, мадам. Интересно. А что они намереваются сделать? Не знаю. Наверное, как-то заставят этого типа из будки перед нами извиниться. Это призыв создавать необходимые условия для ускорения перестроечных процессов. Вот жвачка. Ты хотела.